Сегодня мы с Арсюшей приехали на выставку. На выставку домашних животных. И Арсюша выставил радугу. Полинка с нами, и Лера подъедет чуть позже. Радуга. Скажи, куда меня привезли? Господи, куда меня привезли? Что? Можешь мне маленького хомячка? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. А мышечку маленькую? Нет. Нет. Почему? Потому. В общем, проведите этот день вместе с нами. У нас сегодня такой сумасшедший день немножко. У нас еще съемки и много всего. Арсюша, как тебе выставка? Как тебе выставка? Я жду папу. Папу ждешь, мальчик мой. Хочу, чтобы папа уже приехал и купился. Да у людей столько свинок. Это самое красивое. Не надо туда свину совать. Так, а ты свою пчелку вот сюда вперед. Это мои любимые волоса. Я просто визитки не готова. Цвет какой? Ну, можешь одну взять. Одну медальку можешь взять. Полин, а я вот все вижу. Нет, медальку я и разрешила. Просто эти у нас... Смотри, Радуга распробовал новую еду. Стал есть. Он и долго вам хватит, и долго, да? Ну да, он будет ее кушать. Сходила в магазин, купила себе кофе и Полинке. Полинке со вчерашнего дня живот болит. Взяла ей кашу, да. Ничего мы не ели еще. Поэтому и вот так вот на перекус. Иду обратно на выставку к Арсюшке. Что? Ага. Мы перекусываем кашу. Соус с пирожком. А Радуга ест огурец. Один купил? Не, я купила 3 штучки огурцов. Да, но я не могу, тяжело. Короче, мы с Арсением как лошары Микантары. У всех такие красивые штучки, подставочки. Вот такие вот. А у нас просто. Была мама в азбуке. Ну, вы причесали? Но он себя ведет отвратно. Он психует, что-то не нравится ему, что-то не нравится. Что-то не так. Да, Радуга? Но нервничает, он все мальчик мой. Мальчик наш маленький. Спит. Оля, блишь? Оля, блишь? Мама, она теплая, как сфинкс, кошечка. Я тебе такую куплю обязательно. Как оценивают морских свинок. А? Ты спроси. Вообще они, конечно, не очень любят, когда их трогают. А смотри, видишь, он спрятался. Ты самый красавчик, конечно. Я его спрятала, а то он себя неуютно чувствует. Да? Я вижу, что он по-другому, он так. Это кошки с наградами. Ой, как он ко мне не очень повернулся, да, Полин?
очень нравится коту. Прицеплю? Да, кошечки все. Подожди, малыш. Да подожди. Вот. Сиди красиво. Сейчас я буду смотреть зубы этой свинки. Останусь на яжу попозже. Великолепный шоу температуры. Красавица девочка. Красавица. С удовольствием даете эту ауру. Кто стоит 160? И если вдруг осталось еще какие-то... Давай, вперед. Смотри, как это штука. О, не, это не моя. Не, ну, да пусть он спит. Он уже будет. В общем, еще мы взяли цветочка два, росточка посадим дома. Арсюш! Да, он взялся. Радуга занял второе место. У нас оказался сколот зуб у него. Мы даже не знали этого. Ну, а в клетку? Грызет клетку? Дурилка. Дурилка. Радуга, ты дурилка. Птички смотрят, все снимают. Видишь, как интересно. Арсюша получила звание вместе со свинкой лучше. Да. Нервы сдали, скажи. Нервы сдали с этими выставками уже. А у нас на еде что ли? Вау! Гурманский котят. Их так чистят носики, видишь, протирают. Кошек серьезный, да? А? Кошек да. Серьезный. Кошек серьезный. Слушай, на съемке этому ребенку давай зацепи. Закрыла меня, да, порога давила. Еле видно, сына. Все, мы уже побежали на наши съемки. Где-то здесь недалеко. В общем, смотрим, как доехать. Это что за русский народный танец? Положи, пожалуйста, Полин. Полин. Все, иди подыши другой уголочек. Ты только попить и можешь теперь. Чего? Ну, бывает, чего ж. Что? Холодно. Полин, как ты смеешься? Завтра, послезавтра, послезавтра, послезавтра. А потом у меня будет день рождения. Мам. Рассказ про то, как одна девочка ждала своего дня рождения, да? Мам, через сколько у меня будет? Скоро. Через две недели? Да. Это будет? И это будет неделька? 16 октября. А когда 16? Скоро.
Давай, Даша. Даша, мы сейчас Даша освободится. Сядь, пожалуйста. Слушай, а там это фон такой дурацкий. А, именно же размывает. А. Нет, давайте позируем, как самые лучшие модели мира. Самые красивые девочки. Мне видно, что здание. Что там, как там, какие. Молодцы. Ну и на сегодня наше последнее мероприятие. А, у нас еще гости вечером, но сейчас мы бежим вот в это здание. Быстро-быстро, потому что у нас... Давайте. Что у нас там? У нас там презентация детского телеканала. Вот, вот. Побежали. Собрать самую большую, подкидывать ее вверх. Едем домой с подарками. Покажем дома подарки детям? Да. О, свет включили. Что случилось? Ну вот мы дома, вот наш победитель. Радуга сегодня в состоянии стресса немножко. Устали очень, сейчас готовим кушать. Будем отдыхать. Лера, а это твоя можно никак не разместить. Давайте порядок наведите. Я буду, конечно. Если такое платье нам подарили. Сегодня Винкс. Скоро. А вот смотрите, нам тоже подарили вот этот рюкзачок на этой вечеринке. Что-то мы так устали этого. Давай, мамочка, ручку. А завтра еще один насыщенный день. Завтра завтрак у меня важный. Бизнес-завтрак? Бизнес-завтрак был. А у папы есть? Нет, папа сегодня был. Дочь, у меня что-то там лечит, что ты меня лечишь? Сейчас будешь кровь из вены брать? Да. Так. Лера, до сих пор тут яблоки лежат. Не понимаю, зачем. Мама, можно тебя накрашу? Даша Инудинова. Ой, Даша Инудинова, здравствуйте. Мам, можно тебя накрашу твоей? У меня сегодня очень насыщенный день был. Если у меня очки не смущаетесь. Можно? Никто же Шунечка не смущается. Я просто рано. Ну, Полин, вот чуть-чуть. Чуть-чуть, у меня чуть-чуть мам. Плохое. И вы не удивляйтесь. Пожалей мать свою. Даже разговаривать тяжело. Я мамочку жалею. Знаете, у меня такое желание сразу спать. Лечь. Просто нам сейчас должны гости приехать еще, да? Да, даже два гостя. Угу. Поэтому я немножко полежу. И встану опять. Не трогай очки руками. Ты какие умницы. Это да какие умницы-разумницы. Это я убираюсь. Какие красотки, какие молодцы. Да что ж за девочки такие послушные. Настюш, ты такая умница. Полина, что ты с лицом сделала? Прости, конечно. Кто будет две недели жить у нас в гостях? Я. Да, это Дюша, девочка Дюша. Вот мы здесь, видите, и корм у нее, сюда ее поселили. Вот. А ее хозяева уехали отдыхать. Вот, а девочки, как всегда, убирают к вечеру, готовятся к ужину. Дашенька, посмотри, пожалуйста, а внимательно. А некоторые мам, в школе складывают пенал. Я так счастлива. Завтра в школу. Мам. Актерское мастерство у тебя на двойку. Мам, я все убрала. Да, фломастер, поднимите, пожалуйста. Это мне Лера подарила. Давай, складывай все. Собака еще у нас. Так, вот здесь порядок наведите, пожалуйста. Попроси, чтобы посадила всех. Девочки, вот здесь порядок. И вот здесь на этой. Арсений счастлив. После трех. После трех, да.
так быстро. Ох ты, кайфуша. Дюша, кайфуша. Кайфушка. Так, пошла проверять, кто пришел. Куда? Ой, пришел. Хозяин пришел. Да, привет. Привет, привет. Привет. Дюш, мы здесь немножко убираемся. Поняли, что попугаи жить здесь не могут в комнате. От них вот такое вот. Я не понимаю, Дюша. Да. Дюша с Арсюшей.